Диагноз, который был зафиксирован сотрудниками скорой медицинской помощи, это функциональные расстройства здоровья пищевода. То есть утверждение о том, что это было отравление, я считаю, что оно не имеет места быть по той причине, что состоянию здоровья детей на тот момент ничего не угрожало. Это были только легкие расстройства в виде тошноты и рвоты. По этой причине никто из детей госпитализирован не был. А все дети в понедельник приступили к занятиям. Жалоб на здоровье никто из них не проявлял. Все были опрошены, обследованы медицинским работником. Как в понедельник, помимо этого, работники отделения педиатрии нашей поликлиники, они все посетили детей на дому и справились о состоянии здоровья. Поскольку жалоб и других проявлений состояния здоровья негативных не проявлялось, анализы у детей не брались.